Ребят, всем привет! Сейчас стрим провела. Нахожусь в лесу. Тут рядом лес. Хочу что вам показать. Убирать будут этот лес. То, что уже отсыпают. Вырубили половину. Вон там вон уже прямо видите. Что идет отсыпь, равняют землю, будут выстраивать коттеджи дачные, портить вот такой хороший лес. Тут молодые березки, тут ягоды, грибы всегда есть, вот бабушкам ходить собирать. Но вот этот все лес полностью будут вырубать, убирать. Лес молодой, ягоды тут есть, голубика, брусника, черника, также грибы. Вот это вот все вырубаться будет. Вот решила вам снять такой небольшой видеоролик. Как вы считаете, это правильно вот здесь вырубать? Строить коттеджные, дачные дома. Я считаю, где-то за городом надо. Потому что за городом у нас много. Там есть таких мест, где не растут деревья. Вот там бы сделали бы. Также, вот видите, привезли тут плиты. Когда выровнят, будут выкладывать их. Также трактор такой маленький там этот. Копает. Приезжают сюда. КамАЗы вот отсыпают. В общем, песок, видите. Работа идет полным ходом у них тут. Вот вышла на дорогу. Эта дорога тут давно. С этой стороны уже. Сейчас покажу, построили дачный поселок. Дома все стоят. Теперь с этой стороны будут строить. Не знаю, вот. В голове как-то не укладывается. Вот зачем они тут? Тут чья-то вот организация какая-то. За ними дома коттеджные. Двухэтажные. Не видно. Вот. Кто видел, я тут ходила, лес был хороший. А теперь вот что, сами видите. Вырубили, отсыпают. Будут что-то строить, в общем. Так что вот так вот. Решили с небольшого маленького леса хорошего. На этом месте тоже был лес хороший. Вон строят дома. Все строится. Всегда вот сюда приходили, ну, еще в детстве, лет по 12 вот так нам было. Прибегали сюда ведрами, набирали грибы. Наберем грибов домой сразу по 2 ведра. Быстро. А сейчас что, все вот вырубили, строят тут все что-то это. Стройка, короче, полным ходом идет. Так до самого верха. Это тоже тут будет все вырубаться.
Сорока или ворона летает. Тут тоже высокие деревья. Птицы вьют гнезда. Слышите, да, как чирикают? Ну, стройка тут полным ходом. Сами видите, что вам объяснять идет. Жила тут столько прошла. Это будет до конца все вот это вот вырубаться будет. Сейчас покажу, какой дом отгрохали. Кто-то, видать, выкупил эту землю, участок вот этот под коттеджа. И участком продает. Вон домик, видите, стоит. Построили. Тут дорога. Тут потом все выровнят, асфальт положат. И будет все что-то круто, короче. Кто-то уже вот обстроился. Отгородился прям забором таким мощным. Тут еще вот лес покажу вам. Тут еще его не вырубили. Слышите, да, как птицы поют? Такая вот красота. Ее скоро тоже не будет.